Вот. И вот. Потом опять тусить. И вот так вот. Привет, я Азизов Мират. Я с Самарского университета, занимаюсь там учебой, и помимо учебы самое главное занятие — это, наверное, STEM. Творческой деятельностью, в общем. Вот. Ну и всякой внеучебной деятельностью тоже организационной. Чему можно научиться в СНИУ? Всему, что захочешь, наверное, можно научиться. Из-за того, что огромное количество студ-объединений всяких, там, от танцев, пения, там, до скалолазания, можно вообще всему научиться. Там даже байдарочники есть у меня, там, знакомые в том числе, которые, у которых физра там уже закончилась давно, они все равно как на секцию ходят просто ради кайфа. И в том числе вот самое главное — это научная деятельность, она как бы тоже всячески поддерживается и приветствуется, вот, и огромное количество мест и лабораторий там всяких, где можно заниматься этой научной деятельностью, вот. Но я чуть-чуть по другому пути пошел. За что ты любишь свой универ? За людей, которые там находятся, и за те возможности, которые он дает, потому что, ну, люди — это, считаю, все мои друзья, вся моя жизнь, можно сказать, вот, и возможности, которые он мне дал, ну, в том числе вот этот вот лицей, типа, это был переломный момент в моей жизни, поэтому за это я тоже благодарен университету и его люблю. Какую пару ты бы никогда не прогулял? Пару, на которую нужно прийти, чтобы получить автомат. Вот, наверное, на такую я бы по-любому пришел. Хотя даже в этом семестре были такие пары, на которые нужно было приходить, чтобы получить автомат, но, к сожалению, там какие-то обстоятельства и по здоровью, и по каким-то мероприятиям там университетским, ну, типа, это было важнее, чем прийти на одну пару. Если бы все универы были супергероями, то каким супергероем был бы твой универ? Галактусом, наверное. После слияния с этим, с ГОСом, вот, это такой университет стал, в котором можно, наверное, любую специальность получить, я не знаю, кроме медицинской. Как не слететь со степухи? Ну, во-первых, нужно на нее как-то еще подняться, вот. Но а не слететь, просто нужно делать все то же самое, что ты делал до этого, как бы придерживаться одной стратегии. Вот. Просто иногда нужно отложить свои дела, отложить какие-то другие важные дела, вот, и просто заняться учебой. Вот. На некоторое время. Потом опять тусить. Если у вас в туалетах туалетная бумага и мыло для рук? В этом году я начал замечать, что это начало появляться в наших туалетах. Я очень этому рад, на самом деле, но не везде. Люди, наверное, стали умнее, как бы цивилизация дошла до нас. Вот. Год назад поставили, короче, мыльницы вот эти вот, но мыло начали наливать полгода назад. Я не знаю, как это работает, но слава богу, начали, блин. Скоро туалетная бумага везде будет, наверное. Кого ты больше всего боишься в своем универе? Голодных студентов. Которые, они даже не студентов, там вообще всех людей, которые бегут в столовки, им вообще на все пофиг, могут снести. Не знаю, из деканата, допустим, ну, некого бояться, потому что это люди, которые, ну, я как бы понимаю то, что это люди, которые за тебя, они как бы помогают тебе во многом, и поэтому нечего их бояться. Преподы, ну, есть такие преподы лютые, конечно, но просто я считаю то, что у них такой подход, и их просто тоже надо понять. Охранника, наверное, иногда вот стоит бояться, когда он злой, ходит в с полдесятого вечера и говорит: выходите нафиг отсюда, я все закрываю. Вот. Иногда даже закрывает, и потом нужно его искать. Типа, где-то он там сидит, и универ закрыт, а ты выйти не можешь. Поддерживает ли деканат творческих студентов? Да, помогает. Наш STEM показал хорошие результаты год назад, по-моему, год назад, да, на студвесне, вот, и из деканата там люди, короче, были на концерте,
Вот. И они потом пригласили, ну, весь состав STEM пригласили как бы на чаепитие, вот, и сказали: ребята, будут какие-то проблемы, вы нам говорите, мы вам все решим, все поможем, там, еще напишите, там, что вам нужно для STEM, может быть, там, у вас принтер не работает, может, что, вот, мы составили сметку такие, типа, радостные, вот, и, ну, очень классно, когда люди, которые что-то решают, которые что-то могут, вот, они как бы помогают тем людям, которые просто занимаются тем, ну, типа, своей самодеятельностью, но для других. За что могут отчислить? За собственное желание не учиться в университете, наверное. Вот, ну, либо если ты, это, типа, совсем что-нибудь не то сделаешь. На моей памяти вообще никого из моих знакомых не отчисляли. Это люди всегда переводились куда-то. Они либо в другие университеты, либо они уходили на заочку, либо это люди, которые оставались там, ну как, на второй год, это уходили в академ, потом понижались. Ну, я не знаю, типа, вот настолько люди ничего не делали, но все равно они как бы оставались и потом, типа, брались за ум вроде как и чем-то занимались. Как попасть в общагу после отбоя? Тем, кто живет в общаге, не тяжело с этим, спокойно, там, типа, вообще свободный режим, вот. Но тем, кто не живет в общаге, типа, просто так зайти туда невозможно, там охранники вообще лютые, типа. Всегда пропуск, 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 прям сидят вот так вот. Ну, в окна, пожалуйста, залази, конечно, типа, на пятый этаж, не знаю как, но, типа, через второй, наверное, как-нибудь, или через первый. Блиц. Зачем объединили ГОС и Аэрокос? Я считаю, что стало лучше, потому что стало намного больше разносторонних людей участвовать в одних и тех же мероприятиях, типа, и очень круто там общаться с людьми, которые занимаются там экономикой и юристами. Вот они по-другому мыслят, как-то не техническим умом. Вот, и очень интересно с ними общаться. Ботанический сад ваш? Да. Только наш. Вот в лицее, когда даже был, типа, мы приходили, помогали, там убирались. Что-то картошку кто-то покопал, по-моему, там поля какие-то картофельные, я не знаю. А вы можете полететь в космос? Очень захотеть, как бы, можно и в космос полететь. Но, типа, не отучившись в этом универе, нужно кое-куда в другое место идти. Сколько у тебя стипендия? 15 тысяч. Основная за все пятерки 3 тысячи и повышенная государственная академическая. Ну, это конкурсная стипендия, то есть ты всякие грамотки там прикладываешь, всякая фигня вот эта вот, и типа можешь от 1,5 до 15 тысяч прибавку получить. Кем ты будешь после окончания? Ну, у меня специальность автоматизация техпроцессов, и, ну, я надеюсь, что я буду работать по специальности. Типа, в этом году у меня была практика, и я понял то, что, типа, есть куда идти, есть чем заниматься. Ну и плюс еще от людей очень многих слышал то, что по нашей профессии, типа, есть куда пойти. Совет для студентов. Самое главное, я считаю, то, что если ты поступаешь в университет, вот, это не быть зацикленным на учебе. Это заниматься чем-то еще, помимо того, что ты учишься в университете. Может быть, даже если это не университетское, а что-то там, чем ты занимался там всю жизнь, да? Вот, или что тебя влекло. Главное, типа, чем ты занимался.